Друзья мои, всем привет, с вами Андрей Беттер, и сегодня мы посмотрим новую акцию от Warface и Big Bon. Это такая лапша быстрого приготовления, кто не в курсе, да. Типа их называют еще бич-пакеты. Вот, итак, прокачай свою игру с Big Bon и выигрывай топовые призы. То бишь, покупайте лапшу Big Bon, то бишь, идете, покупаете, кушаете. И, короче, там на пакетике у вас будет пин-кодик такой. Кодик-пин-кодик называется. Вы должны его ввести вот здесь вот. И, короче, вам падают призы. Тут написано, что они топовые. Но, не знаю, я еще этого не смотрел, не проверял. Поэтому сказать ничего не могу. И поэтому мы будем все делать, проверять на стриме. Я куплю специально дохренища этих пачек лапши, чтобы... Ну, типа, сделать пин-кодики. Там. Ну, поняли. И, короче, смотрим дальше. Механика акции. Купи акционный продукт Big Bon, найди промокод на пакетике с овощной добавкой, зарегистрируй код здесь и получи гарантированный лутбокс на игромаркете. Ребята. Сохрани чек и упаковку. Каждый день участвуй в розыгрыше от Big Bon и получи возможность выиграть игровые предметы для Warface и другие топовые призы. То бишь, ты должен ввести код с продукта вот сюда, еще один, ну, точнее, тот же. Сохранить чек и упаковку, то бишь, пока тебе не выдадут каждый день приз, ну, типа, ты получаешь каждый день приз, вот, пока тебе его не дадут, ты не должен выкидывать упаковку и чек, ну, мало ли там спросят что-то у тебя, вот. Призы за промокоды. Гарантированные призы. За первый и второй код лутбокс на игромаркете, ребята. VIP-статус на один день. За третий код. Ну, мне кажется, это какая-то хуйня, потому что на один день VIP-статус это вообще ни о чем. Вот. Ну, ладно. Ежедневные розыгрыши. Каждый день мы разыгрываем 3 штурмовые винтовки F90 MBR для Warface. Винтовка хорошая. Можно попробовать ее, кстати, и получить в этом ежедневном розыгрыше, так сказать. Главные призы. Игровой ноутбук, 3 смартфона и 15 ключей Steam. Игровой предмет для Warface. Ну, как может быть, блядь, Steam, ключ, игровой предмет для Warface? Я не понимаю этого. Может быть, я что-то не понимаю, ну ладно. Продукты, которые участвуют в акции. И здесь полный список тех продуктов, которые участвуют в акции. То бишь, у вас, если вы пойдете в магазин покупать себе упаковку, то там обязательно должны быть вот такие вот надписи, как вот здесь вот. Давайте посмотрим. Я что-то не вижу. Понимаю. Ну, короче, может быть, вы увидите, но вот здесь вот, вот такие вот надписи должны быть, и, ну, вы прочитаете и увидите, короче, и все поймете. Хочешь больше мгновенных призов, будет какой-то стрим, какого-то стримера, я не знаю, вот, через 7 дней, вот, ну, типа, как в кино, помните, 7 дней, и ты умрешь, вот, ну, типа, такого будет. Вот, короче, друзья, акция вроде бы ничего, да, и еще... Игромаркет. Смотрим, что там за кейс у нас на игромаркете. Что там за такой топовый кейс, который можно, короче, типа, открыть бесплатно. Вот, смотрим. Марлин, Сиг МПХ, Труэйла, АК-12. Бля, хорошие стволы, между прочим, хорошие стволы, сука. Короче, смотрите, получить нажимаете, нажимаете продолжить. Вот здесь вы вводите код Big Bon, который на упаковке. И все, и нажимаете продолжить, вы открываете бесплатно кейс. Все, собственно, элементарно, ребят. Так что покупайте лапшу, Big Bon, участвуйте в акции. Я тоже буду участвовать в акции. На стриме мы посмотрим, как это все действует, происходит, что может упасть с этого нам, с этой акции нам. Вот. И пин-кодики, которые будут падать там, некоторые мы будем, так сказать, их разыгрывать. Вот. Так что давайте. Всем удачи, ребят. Всем пока. Играйте в Warface. Смотрите меня и... Пока-пока. До скорой встречи.